Михаил Блинов – представитель третьего поколения владимирских художников Блиновых. С детства увлекся лепкой из пластилина, а профессионально заниматься скульптурой начал на факультете искусств и художественного образования в ЛГУ. Работает скульптор с разными материалами – глиной, деревом, пластиком, но именно сталь вдохновляет его на творчество. Металл мне показался… У металла, наверное, больше возможностей есть, и у него такой фактура, наверное, очень интересная и декоративная, которую придает вот именно вот такой вот какой-то сказочный, наверное, может быть, эффект. Всего на экспозиции более 50 работ Михаила. Они представляют историю его становления как скульптора от студенческих времен до современности. Среди представленных скульптур и дипломная работа Михаила. Скульптура основателя Владимирской школы живописи Валерия Юкина. Также в творчестве Михаила много образов природы. Это и скульптуры. Кабан, носорог, собака и другие. Есть и ряд мифологических работ. Драконы, химеры, горгульи, а также плоды богатые авторские фантазии. Девочка на шаре и девочка на качелях. Для жителей Гусь-Хрустального эта экспозиция стала настоящим праздником. А для музея-заповедника это тоже событие, потому что каждое новое имя, каждый новый художник для нас – это новая звезда, которая зарождается на небосклоне владимирского искусства и искусства России. Увидеть скульптурные работы молодого художника владимирцы могут уже в эти выходные. Музей «Хрусталя» имени Мальцовых работает с 10 до 17 часов, а продлится выставка до 21 марта.